Футбольный клуб «Арсенал» – уладальник Кубка Могилева. У областным центре стало вядома имя мацнейшей аматорской команды. По традиции финал прошел на головной арене города – стадионе «Спартак». На матче побывал и наш корреспондент Илья Соболев. Борьбу за трофей вели 16 клубов. Упэўнена пераодолели своих суперников и до вырашального поединку добрались шматразовый призер студентских споборництв «Технолог» и амбицийный «Арсенал». Команды дейничали от обороны и за весь матч створили только пару голевых моментов. При ровной гульни фортуна была на боку могилевских канониров 1-0. Шли к этому финалу еще с прошлого года. Но в этом году ставили более амбициозные задачи. По игре, что сказать, ну, тяжело было, конечно, команда опытная, физически, может, даже и лучше готова где-то. Но мы моменты, в принципе, реализовали все, и все получилось. Отзначу, что это первый титул у историю команды. Апроч трофея «Арсенал» отримал право представлять город у Кубку Могилевской области. Илья Соболев, Александр Тарасов, «Новини регион».